В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так, делаем нашу разметку. Делаем разметку. Да. Ну, сейчас по-быстрому, Саня, по-быстрому. Опять снимать разметку? Ну, сейчас по-быстрому вот такой вот вариант сейчас делаем, который быстро делается. Так. 35. Так, 35. Так, вот у нас первая точка. А то, Саня, научишься хорошо делать хотя бы это. Так, теперь сюда. Сразу будем делать. Сразу будем делать все. Так. Здесь теперь у нас 17, 25. Тоже 35. Здесь у нас. Здесь у нас 40. Так. Здесь у нас 40. Так. Так, отлично. А здесь получается 41. Да, так я 41 и делаю. Ты 40 делаешь. Чему я добавляю? Я добавляю, Саня, ты что, какие 40? Чем ты говоришь, Саня? Так, 13 миллиметров. Вот. 13 миллиметров. Вот они наши 13 миллиметров. Так. Переходи вот сюда, потому что живее, что оттуда ничего не видно. Так, сейчас заело все. Заело все. Немножко вниз, если я заело, вот немножко вниз. Так. Так, Саня, переходи. Так, вот петушки. Петушки. Некоторые сразу отрежут и трогают. Не надо трогать. Потому что здесь вот сейчас мы хотя бы этим железом немножко наберем эти петушки, чтобы не порезаться. Хотя нужно. Специально таким. Так.
И нам надо не ошибиться. Ошибиться нам теперь, Саня, не ошибиться. Так. 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 Так, вот 13 миллиметров. 13 миллиметров вот наши. 20 здесь у нас 35. Здесь 35, здесь 35, здесь 35. Все ослабления сделали. Так, теперь нам надо не ошибиться. Так, ладно, гнем сначала вот это. Так, нет, еще это. Так. Внутри сторона. Так, это нужно, чтобы и не портить, убрать пока. Вот. Так, 13. О, так вот. Четко. Еще раз. Отлично. Сделали. Так, и проверяем, чтобы нам опять не ошибиться. Вот наша первая. Наша вторая. Значит, у нас она пойдет у нас лицевой стороной. Значит, она должна у нас идти не вот так вот, как мы делали, не правильно, а вот так. Потому что мы, когда так идем, она у нас вот так выгнется. То есть белой стороной вверх. Белой стороной вверх. Так, ставим. Ставим. Так, прижимаем. Так, совмещаем 90 градусов. Сюда. Так, сюда. Так, и сейчас мы это все прижмем. Можем без киянок все это делать. Так, ну и теперь немножечко добавляем сюда, как я говорил, миллиметр. Сюда вот плюс миллиметр с этой стороны. С этой стороны. Для того, чтобы железо у нас поднялось, понимаем, да? И погнулось. Так. Так. 53 миллиметра. И 353. Отсюда чуть-чуть высоко держи. Так. Так. Отлично. Вот рукой это ты прижимаем, чтобы оно не болталось вот здесь. Так. Здесь переворачиваем. Еще раз.
этой стороны. Сразу раз. С этой стороны. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ну вот, погнали. Теперь нам надо ее завалить. Или нам надо завалить. Так, иди ставим с той стороны. Так, убираем все. Вот. Саня, все, чики-чики. Вот. Главное, линию дали. Вот она. Линия гиба есть. Теперь мы можем ее переворачивать. Так. Здесь закрепляем. Здесь закрепляем. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Вот и все. Закосил. Вот и все. Ничего не закосил. Саня, снимай отсюда. Все. Ну, не особо усердствуем, потому что... Ну, переворачиваем. С этой стороны тоже уплотняем. Управляем теперь с этой стороны. Пожалуйста. Да, четко все. Пожалуйста, все четко. Что такое? Ну, вот это вот прижал лучше, вот и все.
Что это, миллиметр играет? Это нормально. С этой стороны прижимаем. Пожалуйста, все четко. Вот. Ну это миллиметр, Саня, это вообще ни о чем.